pro-Russian military medic and blogger Yuri Yevich states that since he is not a fascist, sadly, he cannot send millions of civilians into concentration camps. He says the only way to stop world wars is to burn everything up and beyond the English Channel, and round up and hang everyone who spoke against Russia. Мы должны включить такую ответку, чтобы на поколение вперед все запомнили, русских трогать нельзя. Вывод очень простой. Поскольку мы не фашисты, мы не можем контролировать смерть и уничтожать миллионы мирного населения, то у нас должна быть тотальная война. Берем город, на месте его должен, как Артемовск, быть одни руины. Это касается Берлина, Варшавы, Парижа. До Ла-Манша все сжечь, за Ла-Маншем все утопить. Это единственный способ покончить с мировыми войнами и нашествием Объединенной Европы на нашей земле. А после того, как мы это сделаем, нужно включить национальный проект, который будет называться «Ледоруб каждому». Тщательное расследование всех, кто причастен к этому блядству. Всех блогеров, которые писали против России. Всех экономистов, которые башляли врагам. Всех отечественных специалистов, кто саботировал развитие военки. Похеру, в стране он или за рубежом. Следствие непредвзятое, приговор. И по приговору, либо у тебя двое суток прибыть самому с повинной, либо не жалуйся. Прибудет с повинной, будем рассматривать. Много есть воспитательных мер. Вон у нас леса много в Сибири, до Тихого океана валить, как минимум. А кто не прибыл сам, бессрочно высшая мера наказания. Специальные команды ликвидаторов по всему миру ездят, привозят, на Красной площади зачитывают приговор, хотя на Красной площади я бы не стал. В моем родном Донецке есть аллея ангелов, где похоронены убитые детки русские. Ну, памятник поставлен, извините. Так вот, убитым этими тварями. Поставить огромное здание суда, стоп-то туда, присяжными назначить родителей детей, которые погибли. Ну, сотни тварей. Каждый день, первый опыт посадили, по сотни штук. Посадили сотни блогеров, писали за 30 тысяч рублей в месяц посты по указке ЦИПСО. Виновны. И виселица. Вот, в ряд. Сдернули, сняли следующие. Вот тогда, тогда весь мир поймет, что не нужно затевать мировые войны, нужно в мире жить.